Добрый тому краю, город Краснодар, под руководством майора Сонина Евгения Александровича. А почему мы к вам приехали в гости, мы вам расскажем немножко попозже. Для вас прозвучало произведение «Танцуй, как будто никто не смотрит». Следующий номер — Владимир Рябинин, «Попурри» на темы кино из любимых советских кинофильмов. We'll be right back.
настроение! Хорошее! Борис Тихонов, карело-финская полька, солист военного оркестра, сержант Александр Павлов. Следующее произведение, давайте будем петь, наверное, все вместе. Слова все знают. Александр Зацепин. Есть только миг. Ну я знаю. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вряд ли обрадует вечный покой.
Счастья, хорошего настроения, мирного неба вам всем над головой. Следующее произведение прозвучит попурри на джазовые темы. Thank you.
оркестр у нас играет совершенно разнообразную музыку. От классики до маршей, до попсы, все, что вы пожелаете. Следующее произведение Игоря Матвиенко из репертуара группы «Любэ». Названием «От Волги до Енисея». Опять, конечно, встречаем Александра Павловна. Павлова с замечательным аккордеоном. Юрий Шахнов. Произведение под названием «Карусель».
Ну и теперь, конечно же, песня Евгения Мартынова под названием «Отчий дом». Почему я говорил, скажу позже, мы приехали сюда. Евгений Александрович у нас, ваш земляк. Майор Сонин Евгений Александрович родился в вашем поселке, вырос. Поэтому эта песня для всех вас, и, наверное, в первую очередь, для родителей Евгения Александровича. Следующее произведение
все тоже хорошо знают. Все будет хорошо. I feel good. Песни авторской «Ты нужен России». Хотим пожелать всем отменного здоровья, всегда хорошего настроения, мирного неба над головой. Почаще улыбайтесь, радуйтесь жизни. Подскажите мне путь, откройте глаза,
рассвете тревогу. Отвечал за солдат, видел смерть, видел ад, но всегда знал дорогу. Что с тобою, страна, покачнулась звезда и померкла надежда. Кто поможет стране, и опять сам себе повторяю, как прежде. Ты нужен России, ты нужен России. Родная страна, во все времена, сына не сильна. Как корни, как крылья, как правда во мгле, как хлеб на столе, как хлеб на земле. Обниму малыша, обернется душа перед дальней дорогой. Вспомню весь свой отряд и погибших ребят, вспомню друга Серегу. И звезда на груди, и созвездие с небес засияют для сына. И скажу, подрастай поскорее, сынок, ты так нужен России. Ты нужен России, ты нужен России. Родная страна во все времена, сына не сильна. Как корни, как крылья, как правда во мгле, как хлеб на столе, как мир на земле. Поднималась заря, поднималась страна через боль и потери, чтобы путь свой пройти, чтобы честь обрести, чтобы все-таки верить. Старикам не красине, а мальчишкам взрослее, и стоять перед строем, и слушать зовы России, которая помнит и славит героя. Ты нужен России, ты нужен России, родная страна во все времена, сына не сильна. Как мир на земле, ты нужен России, ты нужен России, родная страна во все времена, сына не сильна. Ты нужен России, как корни, как крылья, как правда во мгле, как хлеб на столе, как мир на земле. Как хлеб на столе, как мир на земле. Как правда во мгле, как хлеб на столе, как мир на земле. Военный оркестр Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, город Краснодар. Сейчас оркестр сделает еще один маленький подарочек. Мы спустимся вниз и покажем вам пласт-концерт. Ah, I'm gonna get you.
Ленинского. От всех работников.